Всем привет! Я возвращаюсь на канал, буду худеть. Мое похудение началось с января месяца, но я ничего не записывала, потому что через очень долгий перерыв тяжело начать снимать. Очень тяжело себя заставить, все равно есть стеснение. В то время на меня хоть как-то начало уходить, а сейчас немножко не получается. В январе, 5 января я пошла в тренажерный зал заниматься индивидуально с тренером. Вес мой был 116 900. За первый месяц ушло сначала 4 килограмма, а потом они начали скакать. То вес был 113,5, то 112,5, то опять 113 900, то 111 900. В общем, как объяснила тренер, что вес поначалу будет скакать, потому что мышечная масса возвращается, а жировая уменьшается. И это как бы временно, вес начнет уходить. Но я немножко понимаю, что калькулятор калорий я не вела и могла съедать что-то лишнее, что мне не надо. Сейчас я снова все веду, все буду записывать, и мой влог будет как дневник. Собрала завтрак, это тоже завтрак. Зеленая фасоль с яйцами, отваренная зеленая фасоль с жареными яйцами, естественно, 2 яйца там, 100 грамм огурец, сыр будет с кедровым орехом и многозерновой хлеб, 44 грамма. На второй прием пищи буду есть картошку, потому как мне сегодня на тренировку, чтобы меня не раздувало, она будет на второй прием пищи. Там 200 грамм картошки, 150 грамм гуляша из курицы, там именно бедро и грудка куриная. Так, и у меня огурчики вот такие вот, закрывала сама. Как называю, огуречный салат. И здесь у меня 100 грамм. Они не сильно соленые, прям хорошие такие. А перед тренировкой за 3 часа я съем суп из брокколи сливочный. Быстро собиралась на работу и забыла все по-человечески рассказать. В общем, это мой завтрак. Огурца 100 грамм, это у меня на работе оставалось типа рулета, как я называю, домашняя колбаса. Она состоит из грудки и бедра. Так, хлеб, я говорила, 44 грамма. Сыр брала вот этот первый раз, понравился очень, хороший. Его 45 грамм у меня на хлебе, 2 яйца и 150 грамм идет стручковой фасоли. Чай без сахара, чай пью такой, мне он нравится, плюс он хорошо заваривается и не один раз. Все, пошла я есть в своих спартанских условиях. Еще увидимся. Так, спартанские условия продолжаются, 200 грамм супа, брокколи-пюре и 170 грамм творожной массы. В общем, осилила только половину, 80 грамм. Утро 2 марта. Так, у меня сейчас будет скромный завтрак, и я побегу по делам. Хлеб 41 грамм многозерновой, 33 грамма творожного сыра с кедровыми орехами и 100 грамм яйца. Чай 400 миллилитров с лимоном без сахара. Все, я буду есть и побегу. Так, мой обед. 250 грамм щей на костном бульоне с грудкой, ленивый голубец с клетчаткой. 108 грамм он. И получается, да, я делала по 100 их, да, и 8 грамм это разбухла клетчатка. И 80 грамм помидорчика. Вот мой обед.
А перекус у меня был, я фоточки вставлю, бифидок с огурцом и укропом. Типа как айран, не айран, или айран. Не помню, как называется правильно. По-моему, айран. Я на рынке, когда работала, маленькая была. Ну, как ну, маленькая была. 17 лет мне было. И там его продавали в стаканчиках. Только он был такой подгазированный. А я сделала просто. Чуть подсолила, прям чуть-чуть. И сидела, жевала все это. Огурец через терку. Зелень порезала, добавила все в стакан. И съела. Thank you.